Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с мифологией. Кадеш, Кудшу, Кедешт. Священная, ананейско-амарейская. Богиня плодородия, плотских удовольствий и культовой проституции в западно-семитской мифологии. Почиталась также в Древнем Египте в период Нового Царства. Одна из форм Астарты. Я цитирую Википедию. Изображалась стоящей на льве лицом к зрителю с цветами в одной руке и змеей в другой. Культ Кадеш с центром в Кадеше проник в Египет и получил отождествление с культом Хатхор. Богиня составила триаду с Мином и Решефом. Среди эпитетов Кадеш называется хозяйкой всех богов, дамой небесных звезд, возлюбленной Птахом, великой колдуньей, хозяйкой звезд, Аком Ра, не имеющей равных. Вот такое описание нашел в Википедии о богине плодородия, плотских удовольствий и культовой проституции в западно-семитской мифологии Кадеш. Пока-пока, до свидания.